Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы с вами будем выводить вот на эту Global Unit Pay платежную систему юниты с кабинета EvoRich. У меня здесь было 102 юнита. Я нажала на кошелек. Далее вот здесь нажала Global Unit Pay. Тут вам выйдет табличка, которую нужно заполнить, в которую нужно вставить ваш ИНН, вашу электронную почту и номер вашего Global Unit Pay. 28 июля я выводила $316, получила 311 на Global Unit Pay. И 18 марта 2022 года я вывела 102 юнита и получила 100 USDT на Global Unit Pay. Для того, чтобы зарегистрироваться на Global Unit Pay, вот здесь вот выбираете из этих кружочков, где там у вас будет в своем кружочке. Вот если я нажму сюда и нажму сюда, то появится Global Unit Pay. Нажимаете на нее «Начать работу» и там регистрируетесь. Я перехожу, уже тут я зарегистрирована. И мы видим, значит, здесь транзакции, пополнение было на $311, на $100 и итого $411 было. Теперь я эти $411, вот они здесь лежали на этом кошельке, я их перевела в USDT. Получилось 404 USDT. Для того, чтобы обменять валюту на криптовалюту или криптовалюту на валюту, мы выбираем то, что мы хотим получить. Например, если мы хотим получить USDT, нажимаем на USDT, нажимаем здесь «Торговля», «Купить USDT с помощью валютных активов». Выбираем это, нажимаем здесь на стрелочку и выбираем, например, USDT или евро, если у вас есть евро. Сюда мы вводим сумму USDT, которая у нас есть, например, у меня было 411, и я получу 409 USDT. Ну и далее нажимаете «Купить». И вот здесь мы читаем, что общая сумма комиссии еще плюс будет $5.14. То есть на самом деле у вас будет 404 USDT. Теперь я хочу эти USDT продать, то есть обменяться с человеком, которому я отдам USDT, он мне отдаст доллары на руки. Нажимаю «Отправить». Мне доступно 404, и вот смотрите, я ставлю 404, и сюда вставляю адрес ERC20, который начинается на OX. И мне пишет, что комиссию возьмут 50 USDT с Unitex, с биржи. Чтобы вывести отсюда в USDT, здесь тоже комиссия $50. То есть я сейчас потеряю $100, только потому, что я переведу. Поэтому выводить часто здесь нету смысла. Надо хотя бы накопить какую-то сумму, чтобы как можно меньше было потерять. Итак, я вставила реквизиты. Делаю скрин. Обязательно делайте скрин, чтобы у вас было хоть какое-то подтверждение, если деньги ваши где-то потеряются. Еще раз повторюсь. Это адрес ERC20. Не TRC20, а ERC20 через шлюз эфириума. Нажимаю «Отправить». Меня отправляют на электронную почту. Туда пришел код для подтверждения на вывод. Я зашла на почту, скопировала шестизначный номер, который мне туда пришел, и вставляю его сюда. Готово. Выполнено. Деньги моментом списались. Одно радует, что на эту электронную платежную систему не распространяются никакие санкции. И если у вас больше нету других электронных платежных систем, где бы вы могли обменять свою криптовалюту, доллары, евро, то есть эфириум, биткоин, то вы можете воспользоваться этой электронной платежной системой. Электронная платежная система Global Unit Pay такая же система, как U-Money, бывшая Яндекс.Деньги, или Kiwi со своими пластиковыми и электронными карточками. Но Global Unit Pay не предлагает никаких партнерских программ. Ссылка на регистрацию одна для всех, и она обязательно будет в описании под этим роликом. Также вы можете заказать в этой электронной платежной системе пластиковую карточку и не париться, как вывести свои бонусы лояльности, например, с компанией EvoRich, потому как эта система работает в соответствии с федеральным законом Швейцарии о борьбе с отмыванием денег и зарегистрированная в швейцарском реестре компаний под номером CH320.3
063.306-3 с юридическим адресом Уранетштрассе 11 8001 Цюрих, Швейцария. Поэтому, поднимаясь вверх по этой страничке, вы можете смело заказывать себе любую карточку от металлической до стандартной по цене, например, 25 евро. Но обязательно изучите все лимиты и обязательства по этим карточкам, прежде чем ее заказывать. Вывести криптоактивы с Global Unit Pay также можно через тот же BestChange. Об этом я рассказала вот в этом ролике под названием «Выводим 817 USDT с биржи Unitex». А бонусы лояльности от 21% аж до 40% вы можете зарабатывать в компании Evarich. Тут можно иметь очень приличные вознаграждения. Было бы желание иметь дополнительный пассивный доход. Ссылка на эту компанию также будет под этим роликом. И более подробно о компании Evarich вы можете ознакомиться уже прямо в своем личном кабинете после регистрации в эту компанию. В заключение скажу, что Global Unit Pay является партнером таких компаний, как Evarich, UkPay, биржа Unitex, Ugain и Академия частного инвестора. Все эти компании находятся в одной связке, вы их увидите вот тут в вашем личном кабинете. На этом у меня все. С вами была Валентина Синема 2. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем желаю удачи!